Всех рад видеть на канале Автохакер. Вот такой вот автомобильчик пришел с Америки. Ford Fusion 2017 года. Двигатель 2.5. В идеальнейшем состоянии. Был на аукционе указан вандализм, повреждения. Посмотрите, машинка очень идеальная. Что здесь менялось? Значит, бампера нужно было поменять. Сейчас они на покраске находятся. Немножко задний, конечно, был покоцанный. Багажничек, это все выровняли, покрасили. Вот здесь ручку нужно будет поменять, видите. А так все по идеалу. Сейчас делаем еще один дубликат ключа, потому что такие машинки приходят с одним ключом. И видите, это все очистится и поставится новый бампер. Сейчас вам покажу, как там в салоне, что находится. Все, видите, нужно будет сделать химчистку, карты все чистые. Коврики поставить на машинке, пробег 100 тысяч. Вот такой вот огромнейший экранчик. Коробка автомат вот такая вот, уже видите, как у BMW. Конечно, химчисточка поможет, я думаю. И автомобильчик будет в идеальном состоянии после оновления. Вот какой у Форда новый дизайн 2017 года. Значит, машинка была куплена на аукционе за 4500 долларов, и я считаю, это идеальная покупка. Видите, нужно будет, конечно, все почистить, и машинка будет на полном. Так, значит, смотрите, что здесь сзади, видите, тоже сейчас будем ехать на химчисточку. Салон, конечно, не кожаный, тряпка, но тем не менее, по такому году, по такому состоянию, это просто идеальный вариант для покупки. Здесь тоже, видите, все открывается, машина с ключом один, все работает, все заводится. Видите, американские вот эти надписи, повреждения, вандализм было, повреждение. Видите, минимальное, как вы видели. Прошлое видео я снимал BMW X5, это там вандализм, конечно, и коробка была повреждена, и все. То здесь такого вообще ничего нету. Все в идеале. Что лоты с Америки очень классные, нужно просто выбирать, качественно подбирать, и можно урвать вот такой вот куш. На выходе такая машина где-то получилась 10 тысяч долларов. И, как вы понимаете, у нас этот автомобиль будет гораздо дороже. 2017 год, идут такие уже автомобили от 15 тысяч. Резина здесь идет летняя, ну как у меня на Dodge, всесезонка, ее называют Мишлен, по состоянию идеальная. Вот такое вот видео, думаю, многим из вас будет полезно и интересно. Видите, завелась с первого раза, все нормально, бамперы поставятся, и будет все отлично. Хозяин уехал довольный как слон.